Всем привет. Так, показываем сегодня такой скутер City Riding. От 10 лет подходит. Есть здесь обозначение, выдерживает до 100 кг. Регулируемый руль. Передний тормоз, ой, амортизатор. Так, удобное складывание механизм. И колеса на 200 мм. Да, рост от 1,45 м до 1,95 м. Сложено состояние. Так, ну и здесь сразу видим амортизатор передний. Колеса, полиуретановое покрытие на 200 мм. Наждачное подкрытие на деке. Ручки прорезиненные, раскладные. И три положения высоты руля. Итак, мы его разложили. Ручки тоже таким образом соединяются. Фиксируется в отверстие. Здесь хомут. Можно поднять повыше. По росту. Фиксируется на этих шпильках. И плюс зажим. Так. Имеется подножка. Еще тут показать механизм складывания. Очень удобный. Вот таким движением мы поднимаем, все, раз, фиксируется. Ну и с дополнительных хомут еще для фиксации этого зажима. Вот такой самокат, надежный, относительно легкий, по-моему. Так, 4,5 кг. Ручки удобные, прорезиненные. Не те, которые в детских, там более пористая резина, а здесь поплотнее. Вот, и подлиннее сами ручки. Удобно будет и подростку, и, я думаю, взрослому человеку до 100 кг прокатиться с ветерком. Ну, наверное, все. Спасибо за внимание. Всем пока. Приятного лета!